Эврика всегда готова удивлять своих клиентов. Допустим, вы решили приобрести мощный, хороший, практичный холодильник. И, допустим, выбрали вот такой. Открывая его, вы можете обнаружить тарелочку вкуснейшего бешбармака. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Эврика всегда готова радовать своих клиентов. Зарош Тагиева является постоянным клиентом Эврики со дня основания сети. Но жительница города не могла себе представить, что станет обладателем сертификата на 1 миллион тенге. Волнующе, вообще я в шоке, что я не думала, что я выиграю. Спасибо большое. Вот вам вообще. Этому я счастлива, спасибо большое. Спасибо большое Эврике, всем, кто здесь работает, вот и в городе, да, и вот Белый Воском я там приобрела. Всем советую покупать в Эврике. Это все не обман. Я вот сама даже до сих пор в шоке, то, что вот. Спасибо большое, Эврике, всем, кто здесь работает, дай Бог им здоровья. Теперь Зарош Тагиева может поехать в любую точку мира на отдых благодаря акции под названием «Выиграй отпуск своей мечты с Эврикой», которая проходила с 1 июня по 31 июля. Любой купивший холодильник в этот период мог участвовать в акции. Кроме того, каждый, кто приобрел холодильник в этот период, получил ценные призы. Стоит отметить, что участвовали в акции более 2000 человек. Клиенты, которые приобрели холодильник в этот период, имели шанс выиграть отпуск мечты в любую точку мира. Наши победители, которых мы от души поздравляем, выиграли данный отпуск мечты и приобрели холодильник 28 июня. Мы их от всей души поздравляем. В Эврике любой, даже самый привередливый покупатель найдет вещь именно под себя. Цены, как правило, приятно удивляют. На постоянной основе для покупателей Эврики устанавливаются скидки, предлагаются ценные подарки. И уже в скором времени Эврика проведет целую серию грандиозных акций.